Антарктида – самый таинственный и малоизученный континент планеты, величайшая пустыня мира и самое холодное место на Земле. Скованная льдами часть света, вобравшая в себя 70% всех запасов пресной воды. Единственный континент, где не имеют значения часовые пояса, уникальные природные условия, которые не встретишь ни в одном другом месте на Земле. 200 лет с момента открытия Антарктиды она будоражит воображение ученых, мореплавателей, романтиков и просто искателей приключений. Сюда едут не только за новыми знаниями или рекордами. Испытать себя и технику, почувствовать ледяное дыхание Антарктиды, понять, кто ты и чего на самом деле стоишь. Наша команда отправилась к Южному континенту, чтобы осуществить то, чего до нас еще никто не совершал. Мы надеемся стать первыми, кто пересечет Антарктиду, пройдя через три полюса в автономном режиме. Топливо, запчасти, продовольствие – мы все везем с собой. Без надежды на помощь извне, рассчитывая только на свои силы. Путешествие длиной более 5500 километров мы начнем на севере материка со станции Новолазаревская. Дальше мы отправимся на юг, к полюсу недоступности, самой удаленной от всех берегов Антарктиды точке, затем Южный полюс, после чего станция «Восток», полюс холода планеты и, наконец, станция «Прогресс» на восточном побережье материка. В составе экспедиции 7 человек. Создатель уникальных вездеходов «Емеля» — конструктор Василий Елагин. Два водителя-механика – Алексей Макаров и Владимир Обиход. Съемочная группа – режиссер Кристина Козлова, операторы – Денис Негревецкий и Александр Кубасов, а также я, автор и ведущий Валдис Пельш. Для нашей экспедиции мы выбрали вездеходы «Емеля». Это единственные машины, которые пересекли Северный Ледовитый океан от берега до берега через Северный полюс. Но как они поведут себя в Антарктиде? Любой отказ механизмов в этой ледяной пустыне может стоить участникам нашей экспедиции жизни. Стоп! Все, блокируем. О! Способов добраться до Антарктиды на самолете не так много. Регулярные рейсы летают из Чили, Австралии и Южноафриканской республики. От Кейптауна до станции Новолазаревская, откуда стартует наша экспедиция, лететь примерно 6,5 часов. После чего нас ждет приземление на ледовую посадочную полосу. В обычных аэропортах обледенение – это серьезная проблема, и посадка в таких условиях для большинства самолетов гарантированно заканчивается катастрофой, но не для самолета Ил-76, специально созданного для работы в сложных условиях. А других в Антарктиде не бывает. Одним из главных символов крылатой Антарктики в наши дни является, без сомнения, отечественный Ил-76. Благодаря его уникальным характеристикам он здесь нарасхват. Его арендуют и используют иностранные компании, в том числе американские. Наша экспедиция, наши автомобили и все наши грузы прибыли в Антарктику на нем. Летний сезон в Южном полушарии длится с ноября по февраль. За этот период рабочая лошадка транспортной авиации Ил-76 успевает сделать 10-11 перелетов на Южный континент. И каждый раз взлет и посадка – это серьезный экзамен для опытнейших летчиков. Первый
Первые советские самолеты появились в Антарктиде в 1956 году вместе с первой антарктической экспедицией. Их готовили, учитывая богатейший опыт полетов в северных широтах. Но выяснилось, что Арктика и Антарктика — это разные вещи. Например, структура и свойства снега. Он здесь такой, что стирает лыжи, на которых устанавливаются шасси, словно наждаком. Во-вторых, толщина ледяного панциря добавляет к высоте полета плюс 3-4 тысячи метров, а значит, нужны более мощные двигатели. Сила ветра здесь может быть такая, что пилоты, бывало, часами сидели в кабине, закрепленного тросами самолета, и, работая штурвалом, не давали ему взлететь. А самолет Ан-2, оставленный на первую зимовку, просто не нашли. Там, где он стоял, были только обрывки тросов и лыжи, которые намертво вмерзли в лед. А сам самолет, разбитый, валялся в нескольких километрах от этого места. Автомобили выгружают из самолета прямо на антарктический лед, покрывающий 98% этого континента. Толщина ледяного панциря в этом месте более 400 метров. От аэродрома до станции Новолазаревская, откуда намечен старт экспедиции, всего 2 километра. Преодолеть их полярным автомобилем будет несложно, но что будет, когда караван отправится вглубь материка? Выдержит ли техника тысячи километров экстремального пути? Значит, этот убираем. Хотя зачем? Просто двинь вперед, я подъеду с бочкой вместе. На сборы у нас всего 3 дня. За это время на машины нужно установить антенны спутниковой связи, обустроить жилое пространство внутри автомобилей, разместить съемочную аппаратуру, но главное – рассчитать и подготовить необходимые для выживания провиант и топливо. Их мы грузим в специальные прицепы. По нашим расчетам, нам предстоит провести в дороге от 1,5 до 2 месяцев. Все это время мы будем находиться в экстремальных температурных условиях, поэтому еще в Москве, по совету врачей, мы начали принимать профилактические препараты, которые должны уберечь нас от простуды. Нам осталось загрузить в прицепы все, что мы везем с собой, включая топливо, потому что дозаправляться мы не будем нигде. Антарктиду, как ни странно, придумали еще древние греки. Их логика была очень простой. Большое количество суши на севере должно уравновешиваться сушей на юге. Поэтому древнегреческая Антарктида переводится как «напротив севера». Но вот на то, чтобы ее найти, ушло 2000 лет. Вторая экспедиция знаменитого английского капитана Джеймса Кука была посвящена поискам Южного материка, который, как он полагал, будет не менее прекрасен, чем Южная Америка. Но Кук не только не открыл Антарктиду, он еще и закрыл ее на долгие годы, потому что после экспедиции заявил, что никакого материка за льдами нет, а даже если там что-то и есть, то человеку там делать нечего. Я обошел Южный океан в высоких широтах. И неоспоримо отверг возможность существования здесь материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания. Джеймс Кук. В 1810 году морской министр России Иван Иванович де Траверсе, он же Жан-Батист Прево де Сансак, отправляет в Британию несколько морских офицеров с целью найти и расспросить спутников Кука о их путешествиях в Южные моря. А спустя 9 лет он рассказывает свою идею императору Александру I отправиться на поиски Южного материка. Тот одобрил и даже дал денег. Таким образом, экспедиция стала первой финансируемой за счет государства. Для экспедиции выделяют строящееся судно-ледоход «Ладога». Кораблю меняют имя, теперь это шлюп «Мирный», удлиняют корму. Такелаж из низкосортной пеньки меняют на более прочный, как на военно-морском флоте. Корпус тщательно конопатят. Подводную часть обшивают медными листами. Внутрь корпуса на случай ледовых сжатий устанавливают дополнительные крепления. Сосновый руль меняют на дубовый, более крепкий.
Командир второго корабля Михаил Лазарев – 30-летний лейтенант с большим кругосветным опытом. В итоге своим мирным Лазарев доволен. Подготовить второй экспедиционный шлюп к непростым полярным испытаниям толком не удалось. Командир «Востока», он же начальник экспедиции, назначен всего за 42 дня до выхода в море. Им стал Фадей Беллинсгаузен, имевший неоценимый опыт участия в первой русской кругосветке под началом Крузенштерна. Корабль Беллинсгаузену достался военный. Судно, неудобное к нашему предприятию по малой вместительности своей тесноте. Как для офицеров, так и членов команды. Корабль построен небрежно, из сырой сосны, без специальных скреплений, с непрочным корпусом и неисправным румпелем. Только днище медью успели обшить, и то перед самым выходом. До старта нашей экспедиции считанные часы. Прицепы с провизией и топливом уже подготовлены, однако Василия Елагина не оставляют сомнения, выдержит ли техника. Дело в том, что каждый емеля рассчитан тащить за собой до 2 тонн груза. А общий суммарный вес поклажи в прицепах уже более 11,5 тонн. Опасность главная – не переборщить, жалеть машины. На самом деле, если говорить серьезно. Машины перегружены просто там втрое. Поэтому, конечно, я нервничаю. Это как взять, я не знаю, там, к легковому автомобилю прицепить КамАЗ, груженный щебнем, и попробовать уехать куда-нибудь. Вот примерно так. Василий Елагин понимает, что рискует, причем рискует всем. Но в глубине души каждого конструктора, испытателя, путешественника живет авантюризм, и это нормально. Иначе как пройти испытание, которое до тебя не проходил никто? Антарктида, как ни странно, самый высокий континент на планете. Дело в том, что его средняя высота составляет 2000 метров над уровнем моря. По большому счету, наш маршрут будет проходить в условиях, близких к высокогорным, а значит, нагрузка на двигатели, и без того не слишком мощный, в условиях разреженного воздуха может оказаться чрезмерной. Что случится, если моторы откажут? Сейчас об этом лучше не думать. Бог не фраер, он знает, где хорошие ребята. Даешь 3 полюса! Ура! Полярники станции «Новолазаревская» вышли нас провожать. Проехать через 3 полюса южного континента без дозаправки и пополнения продовольствия – задача почти фантастическая. Таких рекордов Антарктида еще не знала. Во-первых, хотелось сказать спасибо огромное всем вам за то, что с такой теплотой и такой отзывчивостью к нам отнеслись, к нашему приезду. Если Василий Игоревич, человек, который сконструировал эти замечательные автомобили, не захочет ничего добавить, то я тогда скажу, чего стоим, кого ждем. С огромным удовольствием. Дорогие друзья, больше всего на свете я боюсь вот этих высоких слов. Поехали, уникальное, экстремальное. Дай бог нам потихонечку доехать. Не говорить ничего. Лучше мы потом расскажем, когда доедем. А сейчас рановато, на мой взгляд. Я человек суеверный, поэтому плюю через плечо. Может, пронесет. Едем, все, у вас на борту там все? Мои все на месте, Дэн снимает, потом нас догоняет. Старт экспедиции Лазарева-Беллинсгаузена был дан 4 июля 1819 года. Корабли «Мирный» и «Восток» вышли из Кронштадта и взяли курс на юг.
До южных широт Восток и Мирный добирались 106 дней. Восток Беллинсгаузена вынужден тормозить в ожидании тихоходного Мирного, который даже на всех парусах не может догнать флагмана. При этом корпус Востока слишком слаб, его прямо на ходу беспрестанно укрепляют, перетаскивая все тяжелые грузы с места на место, то в трюм, то на палубу, чтобы поставить внутрь еще и еще креплений, хоть какой-то защиты ото льда. И вот в конце января 1820 года Восток и Мирный в самой южной точке своего путешествия. Встретили, наконец, материковый лед чрезвычайной высоты. И простирался он и так далеко, как могло только достигать зрение. Открылась, наконец, та на юге земля, которую так долго искали. Михаил Лазарев. Дело сделано. И сделано вовремя. Русские увидели Антарктиду на два дня раньше англичан. 30 января 1820 года британский лейтенант Эдвард Брэнсфилд видит высокие горы, покрытые снегом. Но Антарктида – это далеко не единственное достижение экспедиции. Были открыты 29 ранее неизвестных островов. Они получили название и были нанесены на карты. А карты Беллинсгаузена издавались и служили людям еще долгие-долгие годы. Например, загляните в английскую лоцию Антарктики за 1930 год. Первые километры экспедиции даются с большим трудом. Температура за бортом минус 30 градусов. Для южного континента это нормальная летняя погода. Машины медленно ползут вверх по склону гигантского ледяного щита, покрывающего почти всю поверхность материка. Антарктида покрыта слоем льда толщиной до 4 километров. Это так называемый купол Антарктиды. И он постоянно движется, буквально сползая от центра материка в океан. Так образуются айсберги. Один из самых крупных ледяных островов в истории откололся от Антарктиды в 2000 году. Его площадь составила 11 тысяч квадратных километров. Но для нас особую опасность представляют не они, а трещины. Их глубина может достигать нескольких сотен метров. С ростом планетарной температуры число трещин постоянно увеличивается. Первая серьезная задача экспедиции – забраться на купол. Машины работают на пределе возможностей. Из-за крутизны подъема и неровности рельефа ехать выше второй передачи не получается. Механики внимательно слушают, как работают двигатели, и что-то явно идет не так. Слушай, мне кажется, коробка разблокирована. Не крутится передний мост? Передний крутится, он проскальзывает оба колеса. А задний не идет. Ни средний, ни задний. Для лучшей проходимости в конструкции вездеходов использована колесная схема 6 на 6. Это значит, что все 6 колес Емели ведущие. На каждое передается крутящий момент от двигателя. Ну, не мог же я ехать на том переднем мосту. Тяжелый караван, не буксуем. Механики понимают, что если 4 колеса из 6 вдруг отказывают, значит что-то с приводом. Экспресс-осмотр показывает, слабым звеном оказалась цепь немецкого производства. От запредельных нагрузок она растянулась. Нагрузки такие, что немецкая цепь хорошая вытянулась на звено, вот настолько стальная. У нас начало набегать на зубе. Ну что, обеденный перерыв? Ну, наверное, да. А что? Николаевич, поможешь мне достать нужные сублиматы и продукты? Основа нашего рациона – сублимированные, то есть полностью лишенные воды, продукты. Вообще, чтобы выжить в Антарктиде, нужно очень хорошо питаться. Ученые подсчитали, что для нормальной работы организма в полярных условиях необходимо 4,5-5 тысяч килокалорий в сутки. То есть примерно в 3 раза больше, чем в средних широтах.
А если полярник регулярно занимается физическим трудом, эта норма возрастает до 8000 килокалорий. Если есть меньше, очень быстро наступит истощение. До этой поездки не знала, что есть такое понятие, как сублимированные продукты. Наш лайфхак. Берем у нас соленые огурцы есть, но мы используем не отдельно как продукт, а добавляем как приправу. Времена, когда первопроходцы и исследователи Антарктиды питались собачатиной и могли забить, например, 500 императорских пингвинов перед зимовкой, давно уже прошли. Не пытайтесь найти на полярных станциях такие деликатесы, как баклан на гриле, мозги тюленя или яичница из пингвиньих яиц. Пища, добытая из дикой природы в Антарктиде, находится под запретом. За одним приятным исключением – рыбачить можно. Сублиматы – это достижение современной науки. В них сохраняются все питательные вещества и витамины. Нужно просто добавить воды. Но не ими едиными, как говорится, будет жив путешественник. Мало кому известно, что самые энергоемкие продукты в рационе покорителей Антарктиды – это сало и шоколад. На две шоколадка. Без них в экспедиции не обойтись, как и без воблы – источника соли. Лук, чеснок, сухари – все это посоветовали взять опытные полярники. Рассольник ленинградский, сало и свежий лук. Очень-очень вкусно, несмотря на то, что продукт обезвожен и сублимирован. Немножко соли, специи – и очень вкусно. Неожиданно прям. Еще одно антарктическое лакомство – куриные яйца. В экспедиции очень важен не только общий вес вашего груза, но и его объем. Такой простой предмет, как куриное яйцо, тоже имеет свой объем, и его можно оптимизировать. Берете яйца и разбиваете их в пакет, а затем оставляете пакет на морозе. Все. В нужный момент просто откалите необходимый объем для вашего омлета и бросьте на сковородку. Но отколоть замороженные яйца оказалось не так просто. Что не сделаешь, когда жрать хочется. Пилим омлет. Пытался пилить ножовкой, ножовка вмерзла. Сань, сломалось что? Сломался мозг. Потому что я сейчас буду высекать омлет. Инструмент шеф-повара, зубило и молоток. Болтанка заморожена, почти янтарь. Снежный рельеф под колесами не располагает быстрой езде. То и дело, вездеходам приходится преодолевать заструги. Вытянутые снежные гребни, высота которых может достигать 1,5 метра. Особенно тяжело приходится нашему грузу. Подвески прицепов еще справляются с неровностями, но нагрузка на сани волокуши оказалась значительно больше расчетной. Лучше пускать под колеса, а волокушку, чтобы она шла по более ровному. Мы машинально кочки пускаем меж колес, а она тут, бедная, подпрыгивает. Мы хотим пройти через Антарктиду, уложившись в 50 дней. Просто именно на 50 дней рассчитан наш запас продуктов. Для этого каждый день мы должны преодолевать не менее 100 километров. Небольшое, в общем-то, расстояние в Антарктиде превращается в изнурительный переход, во время которого тяжело приходится и людям, и технике. Снег тяжелый. Он быстро забивает приводные механизмы. Очищать их приходится вручную во время коротких остановок. Если этого не делать, он разрушит резиновые детали, пыльники. А их замена требует совсем других усилий и времени. Если их сейчас лед не удалить, она потом пыльник, граната свернет, и все. И упражнение на 2 часа. Ну, я, как всегда, за технику переживаю. И всегда, когда выпиваем, первый тост за машинки, чтобы не ломались. Потому что техника, она, ну, она все равно такая вот, скажем так, для меня она живой организм. Ну, считаю своим долгом сообщить экипажам, что мы
поднялись от полосы, от точки старта на 500 метров, набрали высоту. 1200 большим метров. В настоящий момент скорость 18 км в час. Все. Мне кажется, место красивое. Пора и честь знать. 100 км проехали. Надо сказать, что дались они нам нелегко. Машины тяжелые, идем в подъеме. У нас уже более 1500 метров. Внутри болтает от борта до борта, но есть огромный плюс. Мы уходим от вот той непогоды, которая разыгралась за нашими спинами на побережье. В Антарктиде сейчас полярный день. Солнце круглые сутки висит над горизонтом, поэтому определить, когда нужно ложиться спать, можно только взглянув на часы. Отдых необходим, и в первую очередь это касается водителей. У нас их трое на две машины. Антарктический рельеф не дает водителям расслабиться. Чтобы сохранить внимание и концентрацию, им приходится жить и работать по особому графику. Мы 2 часа спали, 4 едешь, 2 спишь, 4 едешь. У нас вот такой режим был. Получалось, что каждый день мы проезжали каждый по 8 часов из 3 водителей. Даже поболее, наверное, иногда. Надо сказать, что наша экспедиция претендует на звание «Экологический проект года». Потому что мы вовсю используем энергию солнца. Как это делается? Машины на ночь ставятся так, чтобы к 5-6 часам утра солнце било прямо в стекла кабины и прогревало таким образом салон. Согласитесь, это открытие десятилетия. Сразу хочу сказать, дорогие друзья, условия жизни у нас шикарные. У нас есть объемные полки, у нас есть стол, компьютер, вешалки для всего необходимого и комфортабельные спальные места. К утру здесь, максимум минус 10, при том, что за бортом может быть до минус 40. Но мы совершенно не страдаем, потому что у нас очень теплые спальные мешки на синтепоне, хит сезона, которые рассчитаны на минус 40 градусов. Так что мы просыпаемся совершенно не замерзшими. И что еще хотелось бы отметить, это салон бизнес-класса, потому что здесь только 3 спальных места. А в соседнем автомобиле гораздо больше. Там плацкарта. Мы начали осознавать, что, несмотря на бескрайние просторы, окружающие нас, мы все испытываем острую нехватку личного пространства. Остается надеяться, что это не приведет к конфликтам. Для того, чтобы понять, жизнь не кайф, она себя немножко насилует. Ну да. Потом будешь получать радость от простых вещей, просто на теплый горшок сходить, в туалете посидеть, где-то почитать. Сплю в шапочке. Спальные места оборудованы прямо в машине. На ночь двигатели отключают, чтобы сэкономить топливо, а значит, не будет и тепла. 5+5. На улице минус 32. Спокойной ночи. Спокойного полярного дня, господа. Самый важный фактор для благополучного результата экспедиции заключается в предусмотрении всех трудностей и в выработке способов для их преодоления. Победа ожидает того, у кого все в порядке. Люди называют это удачей. Поражение обеспечено тому, кто забыл вовремя принять необходимые меры. Это называют неудачей. Это слова Наполеона полярных стран. Норвежца Руала Амундсена, человека, который вышел победителем в одной из самых драматичных географических гонок 20 века. Гонки к Южному полюсу. Только через 75 лет после открытия Антарктиды, в 1895 году, люди смогли ступить на землю материка. Это были 6 членов экипажа норвежского китобойного судна «Антарктик». После этого стало понятно, вопрос достижения Южного полюса – это вопрос времени. Начало 20 века.
Человечество исходило вдоль и поперек практически всю планету. Недоступными остаются лишь пики самых высоких гор и, конечно, северный и южный полюса. В борьбу за покорение последнего включились англичанин Роберт Скотт, ирландец Эрнест Шеклтон, а позже норвежец Руаль Амундсен. В свою первую экспедицию Роберт Скотт и Эрнест Шеклтон отправились вместе в конце 1901 года. Они продвинулись на 1500 километров вглубь материка и вернулись с одним желанием, во что бы то ни стало, покорить Южный полюс. Эрнест Шеклтон был первым, кому предоставилась такая возможность во время экспедиции по исследованию Антарктиды. У него были ездовые собаки, но он не взял их к полюсу, ошибочно полагая, что те не смогут бежать при сильном ветре. Главная ставка была на маньчжурских лошадей, но половина из них погибла в первый же месяц, а вторую половину пришлось поочередно пристрелить во время похода. В 1908 году Шеклтон не дошел до полюса, 180 километров. Очередь Роберта Скотта и Руаля Амундсена наступит только спустя 2 года. Чтобы уложиться в график, вставать приходится с первыми петухами. За ночь погода резко поменялась. Антарктида решила показать свой характер. Циклон нас все-таки догнал во время ночевки. Даже пришлось немножко пооткапываться. Дальше будем идти по приборам вслепую, но скорость вроде не должна сильно упасть. Норму в 100-120 километров на сегодня отменять никто не собирается. Мы продолжаем движение к самой удаленной от берегов Антарктиды точке. Полюсу недоступности. К уже привычным трудностям, вроде неровного рельефа, разреженного воздуха и снега, забивающего приводные устройства, добавилась пурга. Видимость стремится к нулю, нервы на пределе, а вот и то, чего так опасались механики. Начинаются крутые подъемы. Впереди подъем, непонятные крутизны. В принципе, что и вчера, но, похоже, он достаточно крутой. Длина склона, на который предстоит забраться машинам, 400 метров. Крутизна более 10 градусов. Это немало, особенно если учесть, что под колесами у вездеходов не твердая поверхность, а рыхлый снег. Машина без груза еще может его преодолеть, но с 5 тоннами на хвосте это невозможно. Не поднять, я думаю, как надо двойной тягой поднимать. Команда решает освободить один вездеход, чтобы в двойной сцепке вытащить на вершину сначала один караван, а затем и другой. Ну, Господи, помилуй, поехали. Ты микрофон держи рядом, почувствуешь перегрузку, ты скажешь, я поддам чуть-чуть. Смотри по натяжке веревки. Она как стальной трос. Тут либо она провисает, натяга не чувствуешь. Все, нехорошо, турбина, конечно, крутится. Мощность двигателей каждого вездехода 75 лошадиных сил, вместе 150. В момент штурма Емели рванули с такой силой, что лопнуло сцепное устройство. Металл не выдержал, а склон так и не покорился. Слышал, да? Что ж ты заметил, волокушку теряли? Сломала сцепную вилку, а значит дышло у волокуши цело. А вилки запасные есть. То есть дышло крепкое. Это хорошо. Если мощности двух вездеходов при движении вверх по склону не хватает, значит, нужно, чтобы хотя бы один из них двигался по ровной поверхности. Длина сцепки увеличилась до 400 метров. Сейчас крутой подъем. Будем вытаскивать веревку под караваном. We'll be right back.
Находясь на вершине, головной вездеход тянет длинным тросом весь караван. Наконец, дело сделано. Штурм склона, включая ремонт волокуши, занял у нас целых 3 часа. Теперь нужно наверстывать упущенное время. Мы прошли более 300 километров, но когда видишь всю эту безбрежность, которая нас окружает, понимаешь, что это всего лишь один шаг на пути к нашей цели. Мы смогли подняться на антарктический купол, и сейчас подо мной около 3000 метров чистого льда. На высоте 3000 метров человеческий организм испытывает острую нехватку кислорода. Здесь его почти на 30% меньше, чем на уровне моря. Отсутствие аппетита, головная боль, быстрая утомляемость – это первые признаки горной болезни. И это только начало. Наша первая цель – полюс недоступности. Расположен на высоте 3700 метров, и с каждым набранным метром гипоксия будет усиливаться. Кислорода не хватает не только людям, но и двигателям. Ты понял, что с расходом делается? Внизу был 40 на подъеме, а здесь по ровному у нас 50. Высота. Средний 45. Высота есть. А? Высота. Высота. Не, двигатель не тянет. Из-за того, что воздух разрежен, резко падает мощность двигателя. Чтобы он не заглох, водитель вынужден переключаться на пониженную передачу. От этого расход топлива растет в геометрической прогрессии. Если наши запасы закончатся раньше, чем мы ожидали, то караван застрянет посреди ледяной пустыни. А этого, как вы понимаете, очень не хочется. Вы видели, караван длиной, я сегодня померил, 20,5 метров. Это как дальнобойная фура. У машины двигатель 2 литра. И, соответственно, она же строилась как очень легкая. За счет маленького веса у нее чудовищная проходимость. Но это все-таки не тягач. Несмотря на все трудности, мы продолжаем двигаться вглубь материка к нашей цели. Подъем на купол означает, что зона трещин, которую мы старательно обходили, уже позади. А значит, можно ненадолго расслабиться. До первого полюса более 1000 километров. Это приблизительно 8-9 дней монотонного пути, от которого очень устаешь морально. Единственный след присутствия человека в этой части Антарктиды – это заброшенная американская станция «Плато», находящаяся немного в стороне от проложенного нами маршрута. Давайте решим. Хотим мы плато посмотреть, американскую станцию, в которую на самом деле мы можем залезть. Я с огромным удовольствием был сгонял на плато, но мы идем очень медленно, согласитесь. Чтобы попасть на станцию, давно оставленную людьми, придется сделать крюк в 200 с лишним километров. Если мы сегодня пройдем хорошо, да, к вечеру можно еще раз подумать и, может быть, еще забрать нам левее тогда. С одной стороны, лишние 200 километров – это почти 180 литров драгоценного топлива. С другой – такой уникальный шанс выпадает нечасто. Мы решили отклониться от маршрута и пройти мимо станции «Плато». Это американская станция, покинутая людьми в 1969 году. За прошедшие 50 лет там побывало, наверное, человек 10. На сегодняшний день в Антарктиде функционируют от 80 до 90 полярных станций и поселений от 30 государств. Большинство из них на побережье и островах. И только 4 станции работают внутри континента. Российская «Восток», американская «Амундсен-Скотт», франко-итальянская «Конкордия» и китайская «Кунь-Лунь». Обеспечивать жизнедеятельность станции внутри материка довольно сложно. Большая часть грузов для работы российской антарктической экспедиции доставляется на южный континент морем. Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» более 30 лет ходит по маршруту Санкт-Петербург-Антарктида. Этот корабль пришел на смену легендарному дизель-электроходу «Михаил Сомов», с именем которого связана одна из самых захватывающих историй спасения в Антарктике.
15 марта 1985 года во время рейса к станции «Русская» ледокол «Михаил Сомов» был зажат тяжелыми льдами у побережья Антарктиды в районе берега Хопса. До открытой воды сотни километров. 130 человек на борту ледокола оказались в ловушке. Согласно данным спутников и авиаразведки, Сомов должен был дрейфовать до конца года. А это значит, его могло раздавить льдами. На этот счет прорабатывался вопрос разбивки ледяного лагеря. Потом, кстати, скажут, что Сомов был брошен на произвол судьбы, что его спасением стали заниматься поздно. Это не так. Еще в апреле с корабля сняли вертолетами 77 человек, оставив на судне 53 члена экипажа во главе с капитаном Валентином Родченко. К маю вокруг Сомова образовались трещины. Появилась надежда, что корабль вскоре освободится, однако радость была преждевременной. Поднявшиеся ветра стали сносить лед и корабль в сторону юга. Решено было направить на помощь Сомову ледокол «Владивосток». Просто мне предложили, а точнее, у меня даже не было выбора. Мне сказали, что нужно ехать вот в Антарктиду на борту ледокола «Владивосток» в качестве корреспондента ТАСС и оттуда все сообщать прямо по ходу дела во всех событиях. Михаил Сомов, я ледокол «Владивосток», прошу на связь, прием. Руководил операцией спасения известный ученый и путешественник Артур Челингаров. Предлагалось возглавить экспедицию многим моим коллегам-полярникам. И не все решились на такую авантюру. А я занимался кадрами и морскими делами. И когда мы кандидатуру обсуждали, было сказано, что его люди, кадры, пускай спасаются. Перед тем, как направиться к Михаилу Сомову, «Владивосток» зашел в Новую Зеландию и принял на борт необходимые дрейфующим бочки с топливом. Разыгравшийся шторм начал захлестывать палубу и смывать эти бочки. По приказу Челингарова моряки начали их закреплять, но в условиях шторма сделать это было крайне тяжело. Я прорвался туда посмотреть, как они закреплены, и нас накрыло волной. Я держался за поручни, они у меня в крови все были. Он держался. Но больше никого не пускал. Вода унесла почти половину запасов топлива, но члены спасательной экспедиции приняли решение не возвращаться, а продолжить движение вперед. Оставшихся бочек хватило, чтобы освободить корабль из ледяного плена. Все были бородатые такие, заросшие, никакой ни весточки из дома, ничего. Заканчивалась еда, то есть они ввели уже какие-то ограничения, связанные с питанием. И самое главное, что трещало судно, трещали борта судна, потому что с каждым днем все сильнее. Лед сжимал корабль, и они понимали, что, в общем, ситуация уже критическая и в этом смысле. На 133-й день сомовского дрейфа «Владивосток» сумел пробить канал к зажатому во льдах кораблю и вывести его на большую воду. Летом, то есть с ноября по февраль, температура в Антарктиде колеблется в довольно широких пределах. От 0 градусов на побережье до минус 60 в центре материка. Зимой, которая длится 8 месяцев, столбик термометра легко может опуститься до минус 80 градусов. И это не предел. Самая низкая температура на Земле за всю историю наблюдений была зафиксирована здесь, в Антарктиде, минус 89,2 градуса. Такой погода была 23 июля 1983 года на антарктическом полюсе холода станции «Восток», куда нам еще предстоит добраться. Наше утро начинается с проблем. В одной из машин внезапно сел аккумулятор. Возможно, где-то произошло короткое замыкание. Обед ходит, ну и не нервничай так. Два здоровых аккумулятора стоят. Давайте завтра будем толкать машины с буксира. Да не, Николаевич, давай. Я не про это. И, значит,
Я просто смотрю, как они садятся. Даже здоровые аккумуляторы. Почему они так садятся? Я не знаю, какие аккумуляторы, значит. Вместе с аккумулятором из строя вышла печь отопления салона. Просто дул ветер, в трубу сильный был ветер, и заткнул выхлоп. И сгорел катализатор. Ой, господин Олег. Несмотря на все усилия механиков, вернуть печку к жизни так и не удалось. Температура в жилом отсеке вездехода теперь не будет подниматься выше 0 градусов. Участники экспедиции к такому повороту в целом подготовились. В нашем арсенале достаточно теплых вещей. Однако постоянное пребывание в условиях низких температур вызывает состояние, которое врачи называют «холодовая усталость организма». В этом состоянии у людей снижается работоспособность, появляется бессонница, безразличие к любой деятельности. И самое опасное – в условиях замкнутого пространства увеличивается раздражительность. Слушайте, там что у нас? Вода, посмотри, или солярка? Где-то сопливится бак. В дополнение к неприятностям с аккумулятором и печкой, механики обнаружили, что у нас подтекает масло. Ехать, в принципе, можно и так. Подливать масло и ехать. Ну, масла у нас много, скажу прямо. 10 литров запасных. А главное, зачем нужно следить в Антарктиде, чтобы ни одна капля масла или топлива не попала на лед. Как вы могли уже заметить, в Антарктиде очень чисто. Здесь вообще нельзя мусорить. Приезжающих просят проверить подошвы обуви на предмет грязи, микроорганизмов или наличия растений. Вы можете спросить, а как тогда, например, с жидкими продуктами человеческой жизнедеятельности, особенно в походе? Очень просто. Через каждые 100 километров вы выкапываете яму и выливаете туда все, что накопилось. А с твердыми продуктами человеческой жизнедеятельности еще проще, и этот закон неукоснительно соблюдается. Все складируется в пакетике, и все вы везете с собой. Экологию мы не нарушаем, потому что масло капает потом, ни одной капли масла попадает в лёд сами. Ремонтные работы заняли несколько часов, зато теперь течь устранена, и можно спокойно двигаться дальше. Октября 1910 года Роберт Скотт направляется в Антарктиду. Цель его экспедиции – достижение Южного полюса. Но неожиданно на борт доставляют телеграмму «Имею честь сообщить, Фрам направляется в Антарктиду». Амундсен. Гонка за Южный полюс началась. Ее результаты всем известны. Амундсен первым достигнет Южного полюса, а все члены экспедиции Скотта погибнут. Но нам хотелось бы рассказать вам некоторые детали этой трагической истории. Еще за месяц до старта экспедиции Скотта к Южному полюсу Амундсен на знаменитом корабле «Фрам» направился к Северному. Но полюс пал. Американцы Джеймс Кук и Роберт Пири по очереди заявляют, они смогли покорить самую северную точку планеты. Амундсен – человек абсолютно практичный, поэтому он моментально меняет цель своего путешествия на противоположную. Теперь это не Северный полюс, а Южный. Правда, об этом пока знают еще два человека. Это его брат и капитан Фрама. Фрам считается самым прочным судном из дерева среди когда-либо построенных. Тут дело в толщине и крепости бортов и уникальном поперечном сечении корпуса. Оно напоминает половинку кокосового ореха. Льды не способны раздавить Фрам, он просто выпрыгивает наверх. Дэн, что делаешь? Саш, водицу набираем. Сейчас поставим под двигатель это дело. И к следующей стоянке нарастает. Пойду, Саш, холодно. Господа, воды вам привез. Арктической, натуральной. Мы на высоте 3500 метров. Влажность 0. А это значит, что каждый участник экспедиции должен выпивать в день минимум 3 литра воды. 3 литра на 7 человек на 50 дней получаем тонну. Зачем ее тащить с собой? Вот. Чистейший снег Антарктиды. Но для того, чтобы растопить тонну снега, нужно потратить много горючего. Поэтому существуют специальные контейнеры для снега.
Они загружаются в машину рядом с двигателем. Двигатель работает, контейнер нагревается, человек потом пьет воду и улыбается. Только надо не забывать, что снег деминерализирован. Значит, по таблеточке солей каждому в день. Гриза, ты сегодня пила? Нет, еще давай. Простудиться на самом холодном континенте планеты проще простого. Поэтому помимо необходимых организму солей, мы пьем витамины и препараты для профилактики простудных заболеваний. Особенно хорошо помогают препараты, предназначенные для поднятия иммунитета. Благодаря им мы держимся. Несмотря на 30-градусный мороз, никто не заболел. А вот на технике переход в неблагоприятных условиях сильно сказался. Нагрузки, которым подвергаются наши вездеходы, даже в средних широтах, вызвали бы проблемы. А здесь, в Антарктиде, отказ за отказом. С утра обнаружилась течь масла в коробке передач. Устранили. Затем выяснилось, у нас вода в топливе, наверное, во время заправки в пургу. Устранили. Потом у нас были проблемы со сцеплением. Устранили. И потом у нас сломался прицеп. Устраняем. Надеюсь, что закончим в течение часа и успеем сегодня еще пройти километров 30-35. Вылетаем из графика, но ничего, нагоним. А механики-водители работают уже 10 часов на морозе. Это уже, как бы сказать, привычка к этому холоду. И руки грубевает, но чувствительность есть. Я это контролирую процесс, чтобы пальцы не поморозить. Они и так у меня прихвачены были когда-то. Первый раз такая беда за всю историю, сколько ребята ездили. Обычная машина, он ходит там 300 тысяч без ремонта. Но я как участник Дакара 95 года, машины, которые выдерживают большие нагрузки, их разбирают и собирают каждый вечер. Мы это делаем. Вот мы подняли, сейчас прошли самый тяжелый этап. 3,5 тонны на хвосте при весе машины 1900 килограмм. Они там сами на Новой Лазаревской шалеют от того, что мы сделали. Я знаю точно это. Потеряно много времени, а главное – топливо. А до нашей цели, заброшенной американской станции «Плато», еще 150 километров. Если мы пойдем в таком же темпе, как и сегодня, мы доберемся туда дня через три, не раньше. Вдобавок, погода, похоже, вновь решила испытать нас на прочность. Друзья, у нас не погода, смотрите, какая догоняет по облакам. Нет, это мы по направлению, кстати, к ней едем. Сдаваться мы не собираемся. Вся история освоения Антарктиды – это история преодоления. ...1911 год. Две экспедиции пробираются к самой южной точке планеты. С одной стороны, норвежская экспедиция. Великолепно подготовленная, такая олимпийская сборная, у которой есть одна главная цель – это достижение Южного полюса. А с другой стороны, экспедиция англичан. Скотт считал не просто важным, а необходимым обязательно вести научные исследования. Когда Роберта Скотта и его товарищей найдут в палатке замерзшими, рядом в санях будет лежать 15 килограмм горной породы, которую они собрали на леднике и не бросили до последнего. Вот, как нам кажется, три основных ошибки Скотта. Первое. При недостатке провианта он берет с собой к полюсу еще одного явно лишнего, пятого участника экспедиции. А в еде практически отсутствует витамин С, и, как следствие, всех начинает выкашивать цинга. Второе. Топливо. Из-за негодных бидонов практически весь керосин или испарился, или вытек. И третье, может быть, самая главная ошибка – это транспорт. У Скотта были моторные сани, маньчжурские лошади, собаки. Но моторные сани он в итоге к полюсу не берет. Маньчжурских лошадей в середине пути из милосердия пришлось пристрелить, а собак благородный Скотт просто отпустил, чтобы они могли вернуться на зимовку, после чего люди сами впряглись в сани и пошли к Южному полюсу. В это же время в Антарктиде присутствует еще одна научная экспедиция, участникам которой пришлось бороться за свою жизнь. Австралийский ученый Дуглас Моусон и 30 его коллег прибыли в Антарктиду в октябре 1911 года.
Они не гнались за рекордами, их целью было всестороннее изучение южного континента. Первая зимовка прошла благополучно, но в декабре 1912-го исследовательский поход на ледник закончился трагедией. Девятнадцать дней отряд Дугласа Моусона пробирался на юг. Австралийский геолог вместе с напарниками Ксавье Мерцем и Билгрейвом Нинесом достигли зоны взломанного льда. Их путь пролегал через трещины, и когда в очередной раз Моусон обернулся проверить, как там Нинес, он увидел только след от его собственных саней. 25-летний англичанин бесшумно провалился в трещину. Дуглас Моусон и Ксавье Мерц, потеряв товарища, лишились практически всего провианта, снаряжения и собак. Мерц заболел и уже не мог идти самостоятельно. Моусон тащил его на себе, пока тот не умер 8 января. В тот день Моусон запишет в своем дневнике: «Похоже, моя песенка спета», и тут же добавит: «Но я не сдамся до конца». Он изможден, обморожен, у него гниют ноги. Ему нужно за неделю пройти 150 километров до базы, потому что 15 января за экспедицией приходит корабль. Но он не успел. 15 января Дуглас Моусон провалился в трещину. Ему удалось выбраться по веревке, но спешить уже было некуда. Скорее всего, на базе его уже никто не ждет. Через две недели, как раз когда разыгралась снежная буря, Моусон добрался до укрытия. А когда он все-таки пришел на базу, то увидел других участников экспедиции и удаляющуюся из бухты Аврору. Если бы Моусон пришел на несколько часов раньше, он бы в тот же день отправился на Авроре домой, а вместо этого он стал пленником Антарктиды еще почти на год. Та же участь постигла шестерых членов экспедиции, которым приказали остаться и разыскать его отряд. Возвращение Авроры пришлось ждать 10 месяцев. Непогода позади. Вездеходы уверенно везут нас к заброшенной американской станции «Плато» за целый день. Ни одной поломки. Ну, как обычно, машинки сначала капризничают. В начале любой экспедиции. Какие-то мелочи вылезают, но, как правило, они впоследствии, получается, мирятся с неизбежностью похода длительного и уже перестают капризничать. Деваться некуда, придется ехать-то надо все равно. Антарктида звонит. Мы подъезжаем, Ленин смотрит прямо на нас. Так, всем качать колеса! Побольше желает? Мы здесь не забываем о благах цивилизации. Где красота? Подо мной. Оранжевый удлинитель куда-то исчез. Мне было сказано, положили вещи. У нас в этом смысле разное хозяйство. Мы люди из народа, трактористы. А тут богема. И попробуй вот это совместить. Южный географический полюс Земли. Приехать было сюда не просто, в прямом смысле. Я думаю, что потому что угодить. Давай разворачивайся.